В Ульяновской городской ватерпольной лиге время финала. Позади круговой турнир с участием 5 команд – это 20 матчей, плюс игры плей-офф и поединок за 3-е место. Организаторы соревнований говорят, что подобных любительских турниров по мини-водному полу в России нет. Есть в Москве в урезанном виде чемпионат по мини-водному полу, но они играют его буквально за месяц, а может быть еще меньше. А у нас сезон он продолжительный, то есть он идет у нас с осени по лето. Несмотря на статус любительской, городская ватерпольная лига может похвастать участниками с профессиональным прошлым. Например, в команде ТОП играет Дамир Динулин, воспитанник казанского водного пола. Теперь он учится в Ульяновске. И все свободное время зачастую проводит в бассейне. Водное поло независимо от уровня, можно играть, и будет и интересно, и весело, и увлекательно. Вот, поэтому я с удовольствием сюда хожу, посещаю и выигрываю. Дамир Динулин со своими партнерами по команде ТОП выигрывал вплоть до финала. Заняв в регулярном чемпионате только 4-е место, в полуфинале они неожиданно для всех обыграли главного фаворита сезона – команду «Синие». Решающим матчем противостояли «Белые» – серебряный призер гладкого чемпионата. Для ТОПИ, ватерполисты которые играют в синих шапочках, матч начался неудачно. В середине первого тайма они пропустили 2 гола. Потом, правда, 1 отквитали, но к перерыву все равно отставание выросло до 2 баллов. 3-1 в пользу белых. Все будет нормально, парни. Сейчас мы разберемся. Мы выигрываем, продолжаем в том же духе, просто держим в защите плотно, главное, плотно. Все, давайте. Во втором тайме баланс сил сохранился. Белые снова забили 3 гола. ТОПИ ответила только одним. Итоговый счет поединка 6-2 сформировался за 3 минуты до финального свистка. Поэтому свой тайм-аут белые брали, не сомневаясь. Победу они не упустят. Дан, греби сюда. Время наше. Плюс 4. Что надо еще? Все, спокойно играем до последнего. Фаулы зарабатывайте. А если бьется, то до конца добивается. Пару контратак и удалений. Заключительные минуты ватерпольного сезона в Ульяновске прошли так же, как и предыдущие матчи. В жаркой и бескомпромиссной борьбе. А золото досталось белым. Мы, конечно, всегда были настроены на золото. У нас изначально было такое настроение. Но когда мы вышли со второго именно места, ну так, конечно, нас это немного подкосило, но мы собрались с духом, все, прорвали через полуфинал, в финал и выиграли, в принципе, хорошим таким счетом. Старт нового сезона городской ватерпольной лиги намечен на октябрь. Не исключено, что к ульяновским участникам добавятся 2 команды из Казани. И это сделает турнир еще более уникальным. Михаил Сашанский, новости Улправда ТВ.